27 июня на территории Российской Федерации отмечается национальный праздник – День молодежи. Изначально праздник отмечался в последнюю субботу июня, однако позднее Борис Ельцин, первый президент Российской Федерации, перенес торжество на 27 июня. В некоторых регионах этот праздник до сих пор отмечается в последнюю субботу первого летнего месяца. В Казани День молодежи отметили 24 июня в экстрим-парке «Урам». Казанский федеральный университет не остался в стороне торжества молодежи. Так, в малом зале культурно-спортивного комплекса «Уникс» прошло подведение итогов реализации молодежной политики и воспитательной деятельности за 2022-2023 учебный год. Храм науки и образования – это и центр воспитания подрастающего поколения, где формируется личность человека. И в этом смысле то, что вы делаете благое, великолепное дело. В начале мероприятия для гостей провели экскурсию, где рассказали о студенческих объединениях. Здесь были представлены столы, где каждый участник движения рассказал о своей проделанной работе. После интерактивных площадок гости направились в малый зал, где были подведены итоги работы Департамента молодежной политики Казанского университета. Как отмечается, все силы подразделения молодежного движения направлены на то, чтобы студенты, выходя из университета, точно знали, где они могут реализовать свой потенциал. Департамент по молодежной политике каждый год старается ввести новое направление для студентов, чтобы расширить кругозор молодежи. Мы понимаем, что и студентов в Казанском федеральном университете больше 40 тысяч, что постараться сделать так, чтобы найти возможности для каждого. Поэтому у нас больше 100 общественных организаций и объединений. Мы смотрим за тем, насколько студенту действительно, что ему интересно. Поэтому создаются новые направления. Допустим, в этом году было создано фиджитал направление, и фиджитал спорт развивался. Мы увидели, что студентам очень важно, чтобы они их слышали и чтобы обмениваться мнением. Также важной частью торжества стало награждение студентов и преподавателей за вклад в развитие молодежных организаций. Здесь были отмечены активисты из разных институтов нашей «Альма-Матер». Важно отметить, что, принимая участие в молодежных движениях, студенты обращают внимание не только на будущие возможности за пределами вуза, но и в стенах Казанского федерального университета. Этот симбиоз, эта совокупность рождает ту атмосферу, которая сегодня есть в федеральном университете. Я бы отдельные слова благодарности сказал бы всей команде Казанского федерального университета за то, что, несмотря на свои грандиозные размеры, Казанский федеральный университет сохранил семейную обстановку. Важно, что в Казанском федеральном университете развитию молодежи отводится большое внимание, так как именно в руках студентов наше будущее. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз.